Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Ирина Круг очень рано вступила в брак, ей было всего 18, но эти ранние отношения подарили ей дочь Марину в 95-м. В итоге с супругом не удалось сохранить семью, и они развелись, после чего девушка начала работать у Михаила Круга костюмером. Со временем закрутился роман, и в 2001 году влюбленные поженились. Год спустя у супругов родился мальчик, которого назвали Александром. К сожалению, в ночь на 1 июля 2002 года Михаила не стало. Ирина осталась одна с двумя малолетними детьми на руках. Но вдова сумела взять себя в руки и продолжать жить дальше. В 2006 году женщина встретила Сергея Белоусова, который в будущем стал ее мужем. Спустя время, в сентябре 2013-го, у пары родился сын Андрей. Марина, дочь Ирины, в прошлом году вышла замуж. Сама же певица делится на странице в соцсетях фотографиями своих детей. В частности, под фото дочери Ирина написала комментарий, где с гордостью сообщает, что Марина, как старшая сестра, всегда и во всем помогает, поддерживает младших братьев и саму маму. Также пару дней назад певица поздравляла младшего Андрюшу с его 7-летием, называя его ласково «любимчиком». Сейчас Ирина – успешная вокалистка, и за это время она даже успела окончить на отлично Тверской государственный университет. На сегодняшний день ее можно с уверенностью назвать реализовавшейся в творческом плане, а также просто счастливой матерью и женой. Если вы помните песни Михаила Круга и Ирины, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!